Смотрите сегодня в выпуске. ФСБ против. В Крыму завели уголовное дело по поводу энергетической блокады. Подозреваемых пока нет. Предприятия остановились. В Севастополе крупные заводы отключат от единой сети энергоснабжения. Чувствительность удара. Как блокада отразилась на боевой мощи российских войск в Крыму. Задержан на границе. Вильдар Шукуджиев, активист Украинского культурного центра Крыма, был задержан на административной границе. Темная история. Чем бывший руководитель Приватбанка занимается в Киеве? Управление ФСБ в Крыму возбудило уголовное дело по факту подрыва опор линии электропередач, по которым электроэнергия поступала на полуостров. Дело заведено по части 2 статьи 181 УК РФ «Диверсия». Об этом заявила так называемый прокурор Крыма Наталья Поклонская. Уголовное дело, по ее словам, возбуждено во вторник, 24 ноября. Подозреваемых у следствия пока что нет, передает Центр журналистских расследований. Органы следствия установят и подозреваемых, предъявят обвинения и объявят в розыск, будут проводить до судебного. Судебное расследование. Мы видим то, что показывают нам СМИ, как некоторые представители, в том числе и граждане, которые выехали с территории Крыма, препятствовали проведению ремонтных работ на взорванных линиях электропередач. Это известные лица, что здесь скрывать. А причастны ли они, будет определять уже следователи предварительного следствия, сказала Поклонская, добавив, что ход расследования берет на личный контроль. Так называемое правительство Севастополя попросило руководителей городских промышленных предприятий рассмотреть возможность отключения от общей сети подачи электричества. Об этом рассказал директор департамента городского хозяйства Севастополя Олег Казурин. Дана команда рассмотреть вопрос о возможности отключения промышленных предприятий от энергосообщения и переводе их на дизель-генераторы. Это сейчас изучение, а не отключение, сообщил он. По информации Крыминформа, по распоряжению администрации Симферополя было прекращено электроснабжение 30 крупнейших промышленных предприятий столицы. Среди них завод «Фиолент» и «Крымтроллейбус». Также сообщается, что на городских нефтебазах Севастополя в настоящее время запасы горючего составляют более 15 тысяч тонн, и их якобы должно хватить минимум на 30 суток. По мнению так называемого губернатора Севастополя Сергея Миняйла, запасов топлива в городе хватит для обслуживания всех резервных источников питания на протяжении всего периода чрезвычайной ситуации. Он добавил, что как только автомобильные заправки Севастополя будут оснащены генераторами электроэнергии, очереди на комплексах исчезнут. Однако горожане жалуются, на тех заправках, где есть все же свет, топлива не наблюдается. Такую картину они уже видят третьи сутки. По словам экс-заместителя министра обороны Украины Игоря Кабаненко, сейчас говорить о серьезном уроне военному контингенту России, что находится на территории Крыма, нельзя. По его словам, все части корабли снабжены автономными генераторными станциями. Однако при условии длительной блокады оккупанты могут понести существенные финансовые затраты. На значний період часу це, звичайно, впливає, тому що це понижує можливість кораблів працювати в морі. Ну, наприклад, там дизель-генератор в середньому там має різного класу, різних там систем має там, ну, наприклад, там від 5 до 15 тисяч годин наробки до ремонту. От можете порахувати, помножити це все і так далі. Тобто проблеми виникнуть десь через декілька місяців, там, може через півроку, коли буде потрібно міняти дизель-генератори і ставити масово кораблі в ремонт. От це вплине. По данным украинских военных экспертов, в Севастополе, Феодосии, Керчи, Данузлаве и Черноморском расположены военные корабли. Также по всей территории полуострова базируются сухопутные военно-воздушные части. Россия увеличивает свое присутствие в Крыму, что является огромной опасностью для Украины. Турбует то, что происходит наращивание наступального группирования, снова же в Крыму. И в этом контексте, я думаю, что нашему військово-політичному керівництву треба робити серьезные висновки и тримати адекватний потенціал на цьому напряму, стримуючий потенціал, який унеможливлюють якісь агресивні наступальні дії з цього напряму. На данном этапе, уточняет Игорь Кабаненко, нельзя говорить о серьезных сложностях от энергоблокады для частей, которые находятся в Крыму. Сейчас, по его мнению, максимальные неудобства терпят гражданские лица. Однако нельзя и отрицать снижение боеготовности армии оккупанта.
При попытке в'їзду в Крим через адміністративну границю ночі 25 ноября російські пограничники задержали одного із активістів Українського культурного центру Криму Вільдара Шукуджиєва. У нього отобрали речі і документи. Пограничники на пункті пропуска в окупированому Криму не пропустили Шукуджиєва на полуостров, задержав його до вияснення обстоятельств, сообщили в групі Фейсбука «Кримсос». На даний момент связи з кримським активістом нет, його телефон отключен. Напомним, Вільдар Шукуджиєв неоднократно задерживался правоохранителями на территории Крыма, в частности, за проведение проукраинских акций. За демонстрацию украинского флага на акции в честь дня рождения украинского писателя Тараса Шевченка суд приговорил его к 10 тысячам рублей штрафа. Несколько раз его вызывали на допрос в Центр по противодействию экстремизму. Также 21 мая 2015 года он был задержан при попытке сфотографироваться в вышиванке. По последней информации, которую опубликовала Тамила Ташева, руководитель организации «Крымсос» Вільдара Шукуджиєва отпустили. Сейчас он находится у себя дома в Крыму. Бывший глава крымского отделения Приватбанка Борис Фелькенштейн отрицает обвинения в сотрудничестве с оккупационными властями и причастности к потере жителей полуострова своих сбережений, замороженных на счетах местного отделения банка. Поводом для этого послужило видео, на котором он заявляет о переговорах по поводу создания на базе крымской сети Приватбанка нового финансового предприятия – Крымского банка с рублевым балансом. Я вышел в правительство с предложением создать отдельный банк, то есть на базе действующей сети филиалов Приватбанка. Это рассматривалось принципиально, оно одобрено. Мы обсуждали это с руководителем правительства, со специалистами. Это сложный вид. Это видео появилось в интернете 22 марта 2014 года и породило множество вопросов, поскольку Борис Фелькенштейн на публике больше не появлялся. И спустя почти два года после начала оккупации полуострова журналистам службы новостей «Волна» удалось встретить его в Киеве на одном из творческих вечеров. Он уверяет, обвинения в его адрес беспочвенны, поскольку все переговоры о судьбе крымского отделения «Привата» он вел по договоренности с руководством финансового учреждения. Крымскую сеть пытались сохранить путем ее продажи российским инвесторам, поясняет Фелькенштейн. Однако в результате сделка не удалась. Вопрос о покупке одним российским банком подразделения Приватбанка. Я действительно занимался этим вопросом. Оно шло до определенного момента гладко, а потом было отменено. По какой причине была отменена, я не в курсе. Отменена она была российской стороной. А с Коломойским вы это согласовывали? Ну, это не мой уровень согласовывать с владельцами банка. Я же был менеджером. Я согласовывал с руководством банка. Российских инвесторов Фелькенштейн не раскрывает причин, по которым сделка не состоялась, тоже. Однако о переговорах относительно судьбы крымского отделения Приватбанка прошлой весной говорил и российский президент Владимир Путин. Мы будем пытаться договариваться с украинскими партнерами. Пока это не получается, и Ощадбанк, и Приватбанк господина Коломойского, и его руководителя отделения в Крыму, товарища Фелькенштейна, а он пока не идет нам навстречу, и обороты в гривне ограничены. Но это не оставляет нам другого выбора, как переходить более ускоренными темпами на рублевый оборот. В это время тысячи крымчан-клиентов «Привата» остались без своих средств, поскольку те были заблокированы на счетах банка. Тогда в Крыму родились слухи о том, что виновен Фелькенштейн. Он эту информацию опровергает и заявляет, что и сам стал жертвой обстоятельств. Ну, тогда людей даже не предупредили о том, что эти счета будут заблокированы. Люди оказались просто... А каких людей предупредили? Мои счета точно так же были заблокированы, как и любые другие. И мои, и работников «Приватбанка». Это произошло мгновенно, и как бы никто ничего заранее об этом не знал. На сегодняшний день имущество самого крупного из всех украинских крымского филиала «Привата» используется двумя российскими банками, пришедшими на полуостров и попавшими под западные санкции РНКБ и Генбанк. В их распоряжении вся банкоматная сеть «Привата», его помещения и автомобили, притом последние в том числе использовались и крымской самообороной.